Привет, и сегодня мы с Машенькой и Дашенькой продолжаем приключения нашего любимого котика Боба. Бобо, привет, дружище, вставай! Машенька, скажи привет, Бобо. Привет! Дашенька, скажи привет, Бобо. Привет! Итак, давайте-ка, друзья, вытянем его из постельки. Вставай, дружище Бобо, нас ждут великие дела. А посмотрите, девчонки, какой интересный костюм пирата я ему одел в прошлой части. Машенька, тебе нравится? Да, но он уверенно хочет туалет. Дашенька, тебе вот такой костюмчик пирата нравится? Не болит пальчик. У тебя болит пальчик, вот беда. Ну, давайте-ка, друзья, он хочет, очень хочет в туалет, давайте-ка отведем его в туалет. Вот, давайте-ка, друзья. Вот. Ой, как тут грязно. Давайте-ка немножко поубираем. Вот так. Откроем крышку унитаза. Ну, хорошо, хорошо, Бобо. Иди, делай свои дела. Давайте-ка посадим его. Вот так. Молодец. Ой, как хорошо, да? Ой, фу, Бобо, а слизь за собой. Ой, какие-то мухи. Ты видела, Машенька? Да, фу. Вот так. Так, ну а теперь что, будем купать? Да. Ну, давай будем его купать. Вот посадим его в ванну. А теперь хорошенько вот этой мочалкой мы его вот так потрем. Вот так, отлично, отлично. Ой, немножко не так, вот так. Ой-ой-ой. Что-то он выскакивает. Вот. Замечательно, все здорово получилось. Отлично. А теперь давайте-ка смоем. Ой, какой красивый получился. Ой-ой-ой. Нравится, Машенька? Да. Очень Машеньке нравится, хорошо. А теперь ты знаешь, что с нашим Бобо можно сделать? Надо его покормить. Покормить успеется, давай мыльными пузырями с ним поиграемся. Смотри, сколько можно мыльных пузырей напускать, как ему нравится с ними играть. Лови, Бобо, давай, 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 как ему нравится. Ты видишь, какой он довольный, как он прыгает. Ой. А ты, Машенька, любишь играть с мыльными пузырями? Да, очень. А ты, Дашенька? Да. Вот, здорово. А теперь давай, после того, как покупали Бобо, возьмем вот эту щеточку и расчешем. Видишь, сколько с него шерсти летит? Ну, когда же его кормить? Сейчас потрем. А, что будет, если нажать на зеркало, не знаешь? А ну-ка нажми. Вот. Бобо отражается, только какой-то он там совсем грустный. Хорошо. А сейчас давай вот нажмем на умывальник и помоем ему лапки. Видишь, какие грязные? Давай хорошенько помоем, вот так, потрем мылом, вот. А потом есть. А потом кушать, конечно, будем. Вот так, замечательно. А теперь вторую лапку, вот так, здорово, отлично. И еще вот так, потрем. Вот, замечательно. Помыли полностью лапки нашему Бобо, все очень здорово получилось. А теперь можно их покушать. Нравится тебе наш пират? Да. Здорово. Хорошо, так, пошли. Другую комнату. Так, где же это наша кухня? Это спальня. Это у нас игровая комната. А где же наша кухня? Ага, вот наша кухня. Давайте-ка побираем тут всякие банановые кожуры, косточки, еще бумага, следы уберем здесь. Вот. А теперь можно покушать. Ой, кран надо закрыть. Вот. Перекроем кран. Что-то там не в порядке. Вот. Вот, исправили кран, здорово все получилось. Хорошо, кстати, а что там еще у нас в шуфлядах есть? Ничего, что-то. Ну, давай есть уже. Ну, хорошо, хорошо, будем кушать. Так, что у нас есть? Есть торт, пончик, молоко, тыква, капуста, цветная капуста, малина, смородина, ежевика, подожди, вишня, яблоки, груши. Так, вот такой вот лангуст или рак, какой-то суши, рыбка, сыр, перец. Что дадим, Машенька? Торт. Торт? Ну, Даша просит перец. Давай дадим перец. Вот, скушал. Хорошо, Маша хочет торт. Дадим торт. Так, мало, еще надо накормить чем-то. Капусту. Даша предлагает капусту. Ешь капусту, Бубо. А я предлагаю мороженое. Ой-ой-ой, у него зубчик заболел. Вот. Девчонки, предложили ему сладкое, вот теперь у него зубчики болит. Ну ничего, сейчас мы его вылечим. Так, давайте-ка лечить. Ой-ой-ой, бедный Бобо. Хорошо, вот. Я тоже. Уберем косточку рыбью, вот птичью. Еще, смотрите, какое-то перышко попало. Теперь я. Вот, замечательно. Ой-ой-ой.
Ой, смотрите, черный зубчик давайте удалим. И вот еще один. Вот так, замечательно. А теперь давайте-ка потрем. Потрем щеточкой. Удалим вот этот черный налет. Вот так, замечательно. Трем. Чтобы вычистить наши зубки, чтобы они были белые, блестящие. Мало еще нужно. Нужно довести нашего котика Бобо до приличного стоп-состояния, чтобы у него ничего не болело. Хорошо, Машенька? Да. Вот так, хорошо, чистим. Вот так, замечательно, отлично. Ой, смотрите, какой он довольный, хорошо. Здорово, отлично. Хорошо, вот бросаем вот эти косточки, бумагу, вот так. Уберем здесь. Так, а цветочки будем, Машенька, поливать? Да. Давай польем, вот. Этот цветочек польем. Вот, видишь, как подрос. А это, смотри, совсем завял. Надо его обязательно полить. Вот, здорово, тоже подрос. И все, друзья. Так, пошли на выход. Так, поди. Ой, кто-то звонит нашему котику Бобо. Кстати, вот такой замечательный розовый телефон мы купили нашему Бобо в прошлой части. Вот, видите, как ему нравится по нему общаться. Отлично. Ой, какое-то зелье хочет. Что это за зелье, не знаю. Ну, давайте-ка еще докормим. Итак, тортик, пончик, молоко. Так, ну на, еще стаканчик молока выпей. Вот. Он хочет играть. Хорошо, хочет играть. Будем капустой. Хорошо, раз Дашенька просит копейку. Тыкву. И тыкву еще, хорошо. И тыкву дадим ему, вот, замечательно. Хорошо. Малину. Хорошо, дадим малину. Все, ну он уже 100% накушался, друзья. Хорошо, а теперь давайте-ка выйдем с ним на улицу, немножко поиграем, а тогда походим. Вот, видишь, какая у него классная машинка. А давай ее прикрасим. Итак, девчонки, смотрите, какой цвет лучше. Синий. Потом у нас есть лиловая машинка. Розовая машинка. Красная машинка. Желтая машинка. Зеленая. Синяя. Можно. Вот, где она, вот. Перекрутил немножко сейчас. Вот. Красный, вот. И колеса можно перекрасить. Ой. Где-то оно. Вот, красное. Извините. И колеса можно перекрасить. Смотри, фиолетовые колеса, розовые, красные. Красный. И колеса красные. Ну, хорошо. Машеньке все красненькое нравится. Вот, здорово. Кстати, домик тоже можно перекрасить. Крыша можно сделать розовой. Рыжий, зеленый, синий, лиловый, светло-розовый, красный, розовый. Хочешь розовый? Ну пусть будет розовый. Хорошо. Так, а стены дома? Есть лиловые стены, есть синие стены, есть зеленые стены, есть белая стена, желтая. Желтая. Ну, давай посмотрим, что еще есть. Красная стена, красный. Розовая, красный. Лиловая. То что, желтая или красная? Красная. Хорошо, давай сделаем красную стену. И вот такая вот еще кромку. Есть красная кромка, рыжая, зеленая, синяя, лиловая, розовая кромка, желтая. Красный. Красный или какую ты хотела? Я хочу рыжую. Рыжая. Хорошо, если. Кроме того, смотри, дверцу можно поменять. Вход. Машенька, вход меняем? Да. Есть сейчас рыжая дверца, зеленая, синяя, лиловая, розовая, дубовая, красная. Какая нравится? Рыжая. Красная. А зеленая и синяя нет? Ну, давай, хорошо. Нравится красный, давай сделаем красный. Вот так. Хорошо. А окна будем менять или нет? Нет. Ну, хорошо, пусть устают. И, кстати, вот здесь тоже можно поменять горшочек цветочка. Красный горшочек или другого цвета? Красный, розовый, лиловый, синий, белый, желтый. Хорошо, сейчас поставлю лиловый. Вот. Вот, здорово. И цветочки можно поменять. Синий цветочек, белый цветочек, желтый цветочек, красный цветочек,
Розовый цветочек, лиловый цветочек, синий. Какой белый? Розовый. Хорошо. Красный, розовый. Здорово. Отлично. Ну, как бы все, друзья. Отлично. Все получилось. Теперь пойдем собираем урожай. Вот так. Замечательно. И посадим здесь вот эту смородину. И грушу. Грушу соберем урожай и посадим здесь. Что посадим? Яблоки, груши или вишни? Вишни. Ну, быстрее надо говорить. Так вот. Тыкву соберем и капусту. А посадим здесь капусту обычную и капусту цветную. Отлично. Вот. Любимая коровка нашего бабо. Отлично, ест травку, ну пусть есть. А мы пока соберем яблоки вот так и посадим здесь вишню, да? Хорошо. Нет, корову не будем доить. Что-то бабо устал, не хочет он сегодня доить корову. А мы пойдем нашим бабо и покатаемся на его любимой красной машинке. Покатаемся? Да. Вот. Итак, бабо, вперед. Посмотрим, как же очень-очень любит ездить на своей красной машинке. Мы ему сейчас по этому поможем. Попробуем сегодня побить. Ну как, Машенька, смотри, какая красивая. Нравится? Да. Так, вперед. Так, собираем звездочки. Топливо. Главное, аккуратненько ехать, чтобы не разбиться. Вот так вот. Прыжок. Здорово. Угу. А слушай, что еще он говорит. Как он забавно мурлыкает и мяучит вот так. Да. Вот, здорово. Видишь, как хорошо ездить. Прыжок. Угу. Ой-ой-ой, ничего себе. Так, взяли топливо. Чуть да, меня мосточек. Переехали. И дальше вот. Холм преодолели. Двигаемся. А там осторожно камень. Вот видишь, какой вредный камень, как нашу машинку подбросил. Да. Очень осторожно надо быть с этими камнями. Кто-то кинул на дороге камни. Ой-ой-ой-ой. Осторожно, осторожно. Вот. Ой, ой, перепрыгнули. Топливо, друзья. И, не, наверное, нам топлива не хватит. Вот, ну, давай. Ой-ой-ой. Вот, здорово, получилось, друзья. Ничего себе, ты видела, Маша? Топливо были, припрыгнули, но нам хватило, здорово. Да. Отлично, ребята. Так, едем дальше. Еще чуть-чуть, еще. Едем, едем, едем дальше. Вот тут такие вредные бревна стояли, но ничего, у нас все получилось. Хорошо, двигаемся дальше, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай! Ай! Ребята, ребята, и наш бедный бабо-машиночка перевернулась. Ну, давайте-ка еще раз сыграем. Итак, вперед, друзья. Вперед, друзья. Постараемся сегодня аккуратнее сейчас поехать. Так, собираем топливо. Вот так, здорово получилось. Звездочки. Хорошо. Прыжок. Вот так он здорово едет. Не забываем про тормоза. Притормаживать. Вот так замечательно. Итак, едем, двигаемся, двигаемся. Вот такие вот у нас холмы, холмистые. Ой-ой-ой-ой, видели, как его подбросило вот на этих бревнах. Отлично, едем, друзья. Отлично, отлично. Ой-ой-ой-ой, камни, камни, камни. Осторожно, осторожно, вот так, да, здорово получилось. Итак, едем на холм. Друзья, очень осторожненько. Вот так, еще топливо. Вот так, отлично. Переезжаем через мостик. Ой-о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 й. Ничего себе, чуть бедный бабо опять в аварию не попал. Ой-ой-ой, что это было? Аккуратненько, вот так, да, здорово. Отлично, друзья, едем дальше. Вот так, замечательно. Так, следующий камень. Вот так, все у нас здорово получилось. Ой-ой-ой, друзья, вот, да, здорово получилось. Взяли топливо и попрыгали по холмах. И вот, вот здесь, ничего себе, какой прыжок был. Ты видела, Машенька? И вот так, отлично. И еще через бревнышко перепрыгнули. И взяли еще топливо. Ой-ой-ой, ничего себе, какой был большущий прыжок. Вот так, да, отлично, друзья. У нас все здорово получилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы на зону попадет. Нет, все должно быть хорошо. Вот, да, замечательно, друзья, получилось. Но у нас кончается топливо.
Вот. И мы взяли топливо, но, к сожалению, закончилась игра. Закончилась игра. Очень печально, но ничего. Итак. Друзья, здорово. И мы достигли 35 уровня. И у нас награда 200 монет. И еще открыта лиловая спортивная кофта. Коричневая шляпа ковбойская. Бело-розовое окно, зеленая подушка, зеленое одеяло, зеленый ковер. Здорово. Хорошо, ну я... Ага, еще у нас сегодня миссия дня. Получи 15 монет в одной из мини-игр. День первый... Ага, мы выполнили миссию, и мы получили награду. А сейчас, Машенька, хочешь, чтобы наш Бобо покатался по морю? Да. Смотри, как здорово он умеет кататься. Здорово. Можно половить рыбку? Можно. Хочешь, чтобы он половил рыбку? Да. Что же нужно, чтобы половил рыбку? Ну, сейчас поищем. Ага, а рыбку он ловит в озере. А здесь он может собирать жемчужины. Смотри, какой он злой. Может, отдышишь? Спокойно подойдешь. Что, жемчужины собираем? Да. Да, ну хорошо, давайте тогда, друзья, сядем в батискаф и поплывем собирать жемчужины. Так, вперед, Бобо, отправляйся. Отправляемся с нашим Бобо в глубину. Это быстренько. И собираем жемчужины. Да-да-да, осторожно, тут есть глубоководные рыбы. Вот она, была вредная глубоководная рыба. Но мы проскочили, а теперь по дну быстро плывем и следим за уровнем кислорода. Вот так, замечательно. Ой-ой-ой, надо удирать, ребята. Бежим. Да, вот так. Фу, еле убежали. Выплыли на поверхность, возобновили кислород, отлично. И давайте-ка еще нырнем. Пособираем сокровища, возможно, там жемчужины какие-то интересные еще найдем. Так, ныряем. Вот так вот. Жемчужины собираем, отлично. И вот здесь жемчужина, и вот здесь еще две жемчужины. Отлично. А где же сундук с сокровищем? Ой-ой-ой, друзья, надо всплывать, кислород заканчивается. Давай, Бобо, вверх. Давай. Нет, фух, хватило нам кислорода. Опять ныряем. Главное, чтобы не попасть на глубоководную рыбу. Вот так. Ой-ой-ой, есть она. Вот она вредная. Давайте-ка мы ее. Ой-ой-ой. Видите, сразу три рыбы глубоководные напали на нашего бедного котика Бобо. Но ничего. Давайте-ка мы дальше поплывем. Вот, переплыли океан. И высадимся здесь. А что здесь у нас? Ракеты! И сейчас наш Бобо превратится в космического пирата. Да, 3, 2, 1, пуск. И наш Бобо летит на космической ракете и сбивает инопланетян вот так. Еще какие-то сырные астероиды тоже сейчас будет сбивать вот так. Молодец. Давай. Дают монетки. Да. Из инопланетян можно получить хорошие монетки вот так. И еще вот так сбиваем. Вот, отлично. Хорошо, друзья, все здорово получилось. Еще вот так, вот, замечательно. Смотрите, как здорово у нас получилось. Вот так, сбиваем. Отлично. Вот так, и еще вот так. Очень хорошо, да, сбиваем. И вот эти астероиды разрушаем, вот так. Вот сейчас с этими инопланетянами надо разобраться. Вот, тогда уже будет немножко полегче. Сбиваем. Вот так. Ой, сколько здесь вредных этих инопланетян. Ай, и тарелка сбила нашу космическую корабль. Но ничего. Все очень здорово получилось. А теперь давайте-ка с нашим Бобо погуляем по миру. Так, Бобо, пошли. Итак, проходим возле футбольной площадки. Может, прикроем? Возможно. А это домики друзей. Хочешь посмотреть на друзей Бобо? Да. Ну, давайте, девчонки, посмотрим на друзей Бобо. Итак, смотри, какой интересный Бобо в короне. Это в домике нашего друга. Красивый Бобо? Да. А что-то у него есть?
Не, ну некрасиво в доме, в чужом домике по шкафах лазить. Зато мы найдем еду. Так, это чужой домик. Так, давай другого Боба посмотрим. И вот смотри, какой интересный серый Бобо в доме друга. Еще посмотрим другого Бобо. Хорошо. Но это же чужой Бобо, не наш. Мы здесь не все можем делать. Вот такой вот интересный Бобо в домике друга. Кстати, да, вот смотрите. Можно еще мыльные пузыри попускать. А щеточку, да, и можно его почесать, чужого Бобо. А в зеркало можно посмотреть? Нет. В зеркало уже не дает. Ну еще давайте друга, какого-то друга Бобо посмотрим. Вот смотри, какой светленький котик. Красивый Кемашенька? Да. Здорово. Ну и последнего друга, и пойдем дальше, хорошо? Угу. Вот смотри, какой супергерой котик. Здорово, здорово, друзья, хорошо. Можно назвать вот, котика Бобо тоже супергероем? Можно. Сейчас придем в комнату, обойдем мир, и можно будет купить нашему Бобо какой-то интересный костюм. Итак, проходим магазин телефонов. Проходим магазин одежды. А это, смотри, что такое интересное, Машенька. Это вот статуя кошечка. Смотри, и фонтан вот такой красивый. Красиво? А что, знаешь, что будет здесь нажать на вот эту кнопку? Это будет запускать фейерверки. Смотри, здорово. Ничего себе. А если ночью? Ночью, наверное, еще красивее будет. Давай выключим ночь. Вот. Вот, ночь наступила, и запускаем фейерверки. Ой, как красиво, смотри. Здорово, для целого города запускает. Красиво? Да. Молодец. Очень такие все красивые. Да, очень красиво. Итак, давай делаем день опять. Ну, можно и день сделать вот так. Нажмем на луну, и сделается... Ой, это мы случайно зашли в банк. Зашли случайно. Вот, зашли случайно в банк. Ой. Ой-ой-ой-ой. Мы себе ванну. Зашли случайно. Ага. Ну, хорошо, друзья. Ага. Ну, это наш Бобо медитирует. Давайте-ка еще немножко прогуляемся по этому миру. Посмотрим, что там еще есть интересного. Так, ага. Ты хотела день включить? Ну, давай тебе включим день. Итак. Пошел наш... Вот. Вот здесь можно и рыбки половить. Давай рыбки. Хочешь рыбки половить? Ну, давай половим рыбки. Машенька хочет половить рыбки с котиком. Давай половим. Итак, вот. Прыгает рыбка. Ее надо вот так развязать, чтобы получить бонусы. Только нельзя развязать электрического угря. А тогда закончится вот так. Видишь? И жизнь сгорает. То есть нельзя разряжать... вот этого электрического угря, только вот такую обычную рыбку. Это вот что-то одни электрические угри разлетались. Вот обычная была рыбка, вот щука, вот какая-то. Вот так, да, 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 здорово. Вот и еще вот так. Вот. Угорь электрический чуть не зацепили, да. Вот так, смотри, сколько рыбки уже много. Наловили. Еще вот так, да, здорово. Какой-то еще комбо получилось у нас. Вот так. Ой-ой-ой, зацепили электрического угря. Вот так, да. Вот. Еще красная рыбка какая-то. Вот такая интересная. Так, вот. Вот. Так, да. Хорошо. Угу. И вот смотри, сколько рыбок. Вот так. Отлично. Так, вот. И еще. Вот так, щука. И вот такие рыбки. Множество. Вот так. Да. Хорошо. И вот щука. Ну что-то щука не получилась. И вот так. Ой. Вот так. Да. Вот. Ай-яй-яй. Ну все. Тогда, ну, продолжим, друзья. Так, возвращаемся. Интересно было ловить рыбку, Машенька? Да, а если по деревам? По деревам полазить? Да. Кстати, знаешь, что в этом домике живет? Мышь и крыса. Да, то ли мышь, а то ли крыса. Ну, сейчас посмотрим. Кто в домике живет? Оселись. Ну, не сердись, это ж твой друг Бобо. А еще, кто в домике живет? Хе-хе-хе. Оселись.
Ну что, попрыгаем по деревьям? Да. Ну, коты, они очень любят прыгать по деревьям. Давай, можно Саша. Я попробую? Хорошо. Давай пока вот так. Отлично, отлично. Хорошо. И еще вот так. Замечательно. Здорово. Прыгаем. Хорошо. Вот так, вот так. Отлично. И еще вот так. Хорошо. Вот, замечательно. И еще вот так. Очень хорошо, друзья. Здорово. Так, прыгаем, 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 прыгаем. Отлично. Хорошо. И еще вот так. Здорово. Так, продолжаем, друзья. Хорошо. И еще вот так. Да. Отлично. И еще вот так. Да, замечательно. И у нас хороший результат, но, к сожалению, рекорд не побит. Итак, возвращаемся назад. Гуляем по миру. Вот такой у нас лес прошли. И дошли до сырного домика, в котором живут мышки. Видишь, Машенька? Вам мы построим дом. Ну, позже. Вот, проходим возле волейбольной площадки. Проходим домики друзей. И сейчас дойдем до статуи кошечки, наверное. Ага, магазин какой-то. Больница, где лечат нашего Бобо. Маркет – это продукты продают. Музыкальный домик. Банк. Можно музыку послушать? Возможно. Ну вот, и дошли до вот этого статуи, где можно запускать фейерверки и статуи. Ну хорошо, друзья. А теперь давайте-ка подберем нашему Бобо какой-то красивый костюмчик. Вы хотели костюмчик подобрать? Давайте-ка, давай. Так, смотри, что у нас есть из костюмчика, Машенька. Обычные футболки. Вот футболки, рубашечки, вот гавайские футболки, рубашечки, футбольные. Кроме того, у нас есть, сейчас посмотрим, вот такие наряды принцессы, вишенки, курточки. А вот смотри, ковбойская форма. Можно сделать кафе. Можно сделать его ковбоем, можно сделать его пожарным, можно сделать его мушкетером. Можно индейцем сделать, королем. Можно королем. Пиратом. Супергероем. Ну давай супергероем. Тут какой костюмчик берем для супергероя? Красный. Красный хочешь? Ну давай возьмем красный. Давайте купим красный. Костюмчик. Да. Сейчас выберем шляпу. Так, где же шляпа супергероя? Сейчас найдем. Где же шляпа супергероя? Короны. Вот. Вот шляпа супергероя. Да. Ну и давай шерстку подберем. Смотри, какая у нас есть. Просто рыжая. Рыжая, давай. Ну давай пересмотрим все. Серый шерсть. Ну подожди, давай посмотрим. Еще есть сиамская шерсть. Шерсть наподобие смокинга. Кремо-белая шерсть. Черная шерсть. Трехцветная. Шерсть бенгальского тигра. Розовая. И вот такая шерсть нежного барса. Или на рыжий остановимся. Ну давай пока на рыжий остановимся, а потом другие посмотрим. Итак, давайте-ка возвратимся домой. Ох, здорово. Прэк, смотри, какой классный супергерой получился. А ну-ка, давайте на улице. А смотри, на улице как здорово получается. Вот. Смотрите, друзья, какой классный супергерой. Ой, здорово, здорово. Ну что, друзья, давайте-ка возвратимся домой. Вот сюда, в нашу спальню. Ой-ой-ой, какой же он грязный стал. Общается по телефону. Давайте-ка, друзья, мы его хорошенько сейчас помоем. И будем уже, друзья, улаживать, отдыхать. То что-то он у нас устал. Давайте-ка мы хорошенько его помоем. Вот так здорово моем. Теперь смываем. Отлично. Итак, Бобо отправляется отдохнуть, а после того, как отдохнет, будет спасать мир. Только поубирай на кухне немножко, вот так. Вот так, здорово. Итак, друзья, давайте-ка, какую ему игрушку на ночь положим, чтобы ему не страшно было.
есть возможность выбрать динозавра пушистого, удачливого кота, радужный пони, довольная собака, милая панда, пушистый динозавр. Кого берем? Радужный пони. Хорошо, пусть остается радужный пони. Вот так. Хорошо. Вот этот пони. Ложим нашего Бубу в кроватку, а радужные пони возле него. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. А мы с Машенькой и Дашенькой прощаемся. Машенька, скажи пока. Пока! Всем пока. Дашенька, скажи всем пока. Пока, всем пока.